Друзья, мне надо вам кое в чем признаться. Я устал чисто физически отыгрывать по три аккаунта Weekend League за одну неделю. Суммарно я в таком ритме уже живу несколько месяцев, и я принял для себя решение. С этого момента теперь я два аккаунта отдаю на бусты и сам лично отыгрываю на аккаунте с Подольски. Вот такой вот план на ближайший ТОЦ движухи. Кстати, если вам нужны бусты, вы знаете, куда обращаться. Мой личный магазин поможет вам. Как вы знаете, я обычно сильно не парюсь, играю до 11 побед, но в этот раз надо было запотеть, потому что теперь у нас тотсики еще доступны. Собственно, какой результат мне удалось сделать в этой викинге, спросите вы меня. А я вам сейчас расскажу. Во-первых, посмотрите, какую красоту мог забить Подольски. Но Вандерсар помешал. Кстати, один интересный комментарий вот такой вот ко мне в телегу прилетел. Чел сыграл против меня, выиграл 2-0 и начал выпендриваться в комментариях. И написал, что жаль, он в ролик не попадет. Это, кстати, не первый раз, когда кто-то меня обыгрывает и пишет либо на ютюбе, либо в телеге. Типа, пандос, я с тобой сыграл, а ты матч не выложил. Типа, у кого-то есть какое-то представление о том, что проигранные матчи я типа не выкладываю, а выкладываю лишь победные. Друзья, я вам открою страшную тайну, но я записываю там, не знаю, процентов 20 или 30 матчей, которые я играю в этой прекраснейшей игре. Соответственно, я не могу каждый матч с вами выкладывать. Кстати, вот, смотрите, какие пасики у Бэкса отличные, какой прием у Подольски, на... Какая красота, никак не могу перестать нахваливать его. Вот здесь еще подобный гол залетел. Короче, связка Бекхэма и Подольски прям отлично играла в этой викинг-лиге. На, красота. Так вот, ситуация какая. На запись видеороликов зачастую я потею. Я полностью выкладываюсь, никогда не ливаю. Но за кадром, так скажем, я играю так, на чили, как под пивас. Там, если два пускаю, то ливаю. Тем более, если это потная викинг-лига. То ли я постарел, то ли мотивация какая-либо пропала. Но я на всякий... Как бы должен, наверное, сообщить, если вы играете против меня и не видите этот матч в ролике, это не значит, что я обязательно этот матч записываю. И самое удивительное, зачастую подобное пишут только люди, которые выигрывают меня. Обычно, когда я обыгрываю кого-то, челы мне просто отписывают: пандос, смотрю тебя, красава. Но если они обыгрывают меня, то они пишут сразу и на ютюбе, и в телеграме, и скрины. То есть максимально нужно выпендриться. Нихрена себе, я обыграл пандоса. Вау, и он это не выложил. С ума сойти. В общем-то, в этой викинг-лиге я все-таки попотел немножко, доиграл до 13-й победы и все откладывал 14-ю. И произошло чудо. Захожу в матч, и соперник отдает мне катку. Я удивился. Иногда за 3 викинг-лиги ни одну катку не отдают. А тут вот такое чудо произошло. И 14 побед забираем. Е-е-е, я так счастлив. Также у меня сыграно плюс 2 аккаунта на 19 и на 18 побед. Поэтому сегодня наградки будут великолепные. Модрич, Бруно, Доку, я жду вас. Ну и, конечно же, друзья, хотелось бы вам напомнить о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин. У них есть удобнейшее приложение, гениальнейший сайт, между прочим, который работает на высокотехнологичной платформе. И промо 2024, не забывайте. Все подробности будут по ссылочке в закрепленном комментарии. Друзья, в моем магазине Panda FX Store сейчас идет крутая акция. Покупайте монеты и получайте сверху бонусом. Все условия видите у себя на экранах. Про Weekend League тоже не забывайте. Наша команда бустеров готова взять ответственность за ваши аккаунты. Сейчас, наверное, будет рубка ого-го. Поэтому заказывайте, друзья, бусты. Ссылочка на мой магазин будет в описании. Так, собственно, начинаем с самого бедного аккаунта, на котором я отыграл на 14 побед. Давайте, один из четырех пиков ТОЦ у нас есть. Первый открывается, хочу видеть Модрича. Пожалуйста. Да, награды, конечно, великолепные. Беру за Баслая, круто. Так, тут хочу с плашечкой, давайте по одной карте посмотрим. Давид Коста опять, Робинсон, Вивер и Микель Мерино. Нахрен я потел на 14 побед? Я уверен, если бы я сделал 11, мне бы карточки поинтереснее упали бы. Так, ну, история какая? Тут у нас скоро ТОЦ и АПЛ, поэтому, наверное, эти все награды я засейвлю на них, но 3 ТОЦ лайва откроем. А, он не продаваемый, я почему-то думал продаваемый. Видимо, именно продаваемые идут там с каких-то определенных уровней наград. Так, ну, собственно, давайте посмотрим. Один дубликат, это Рафа Мужика, прекрасно. Так, вторая карта, это у нас Терланд и 90+. Пожалуйста, пожалуйста. Ну,
О, боже, что за награды, друзья? Нахера я потел на 14 побед? Все, больше не потею и делаю также 11. И по итогу никакого апгрейда в команде нет абсолютно, от слова совсем. Так, 18 побед сделано вот на этом вот аккаунте, где у меня кровь с дымком, Кантана, Жиналя и прочие классные ребята. Кстати, там это, Хаверс все три апгрейда получит и, возможно, карта засияет у меня. Пока что я вообще не понял, не понимаю, на какой позиции использовать. Попробую на ЦПшнике. Так, тут у нас есть 4 пика на тотов. Electronic Arts вообще гений, убрали команду недели, теперь приходится либо крафтить, либо за дорогие бабки покупать эти самые тотовые. Они стоят по 35 тысяч. Соответственно, выгоднее из фадерка крафтить все это дело. И один пик компании. Тут у нас есть один из четырех. Давайте его откроем. Смотрим, какие карты здесь вообще падают. Ну, понятно. Так, ну и за 18 побед уже дают один из пяти пиков тотов Champions Live. Открываем. Пожалуйста, Модрич, приди в гости, пожалуйста, ну! Одни и те же лица, блядь. Так, ну и второй пик, один из пяти. Давайте снова плашечку сделаем. Первая карта шеф, вторая карта Рафа мужик, третья Хинка Кпи. Хоть что-то новое. И Терланд. Вау, прекрасно. 10 из 10. Отличные пики, спасибо Electronic Arts. Ужас, ребята, что я хочу сказать. Вот вам и награды за 18 побед. Лучше ли, чем за 14? Не особо, скажем честно. Вот в комментариях в ТГ захожу. 11 побед чел сделал. Поймал Бруно Фернандеша. Хорошо живет, отлично. Так, как мне добраться теперь до 3 тотс лайвов? Я не понимаю, у меня тут 59 паков. Наконец-таки я добрался. 3 тотс лайва. Давайте, без плашек, без ничего. О, это продаваемые. О, с 18 уже продаваемые идут. Поехали. 3 продаваемые тотс карточки. Флаги, флаги. Испания, но это Рафа мужика. И за Рафой мужикой. Кто у нас будет? Пожалуйста, продаваемый Бруно Фернандеш. Кто? Блядь, ну иди в задницу. Ну что это такое? Ну все три говнаря, ну хотя бы Хинка Пи дали бы, который 100 тысяч стоит. Ну это отстой же. Окей, давайте не расстраиваться. Откроем один пик за 600 поинтов, где мы можем выбрать Тотсика. Опа, пик открывается. Прекрасно, прекрасно. Одни и те же люди, обожаю. Ладно, я уже достиг максимального уровня тильта. Пак за 2000 поинтов. Открываем. Давай, за ней Сабаслай какой-нибудь нахрен не нужный. Я читаю эту игру, друзья. Я просто читаю наперед эту игру. Ну и по итогу на этом аккаунте вот такой вот тотс улов у меня получается. Я уже до АПЛ ничего открывать не буду. Можно подводить итоги. Самая дорогая карточка, которая упала на этом аккаунте, это Кудус. Ну, Лофтус-Чик, кстати, неплохой. Очень даже. За эти 200 с копейками, мне кажется, его цена должна быть подороже. О, 6 заданий. Заходим. А у нас тут только одно. Ну ладно, спасибо на этом. Один из трех кумиров за 40-й уровень. Так, ну и, собственно, награды за Weekend League. Тут уже 3 пика, один из 5. Ну, где, если не здесь, друзья? Тут, собственно, вот такой составчик у меня имеется. И на нем бустер сделал 19 побед. Давайте начнем с 40-го уровня. Один из трех. Тут я ни во что не верю, ничего не жду, естественно. Ну все, шутки кончились. 19 побед. 19 побед. Неужели просто так? Заха падает. Ну, ё-моё. Ну, Заха — это не тот уровень, который ты ждешь за 19 побед. Пак носом. Давай, пак носом. Пожалуйста, 19 побед. Ну, ну. Да, блин, ну что? Ну, что нужно сделать, чтобы вытащить хоть что-то хорошее? Не, это тильт, друзья. Это тильт. И третий пик. Один из пяти. Это максимальный тильт, друзья. Награды за 19 побед. Награды за 18. За 14. Да вообще ничего. Даже Лофтус Чика не дали какого-то. И тут опять 71 пак, я должен сейчас листать, чтобы открыть 3 тотс лайва. Ну, блин. Да, друзья, кажется, я не доберусь до своих тотс лайвов, потому что у меня осталось 45 паков, и тут все, ну, паки такие хорошие. Там 87, 86, 85. А все это я хочу засейвить на команду АПЛ. Соответственно, наверное, надо пойти в веб-версию. Так, друзья, надеюсь, вам все видно, где этот пак спрятался от меня. Вот он. Лайв тотс... А, это что-то другое. Во, Life Tots 3 Player Pack, продаваемый. 3 Tots'а, пожалуйста. Ну. Ну вот что это за награды? 19 побед. Охренеть, просто охренеть. Это как возможно вообще? На том аккаунте, где я отыгрывал, окей, не так уж и обидно, потому что, ну, 14 побед, не самый большой результат. Ну, не самый маленький, то есть могли бы что-нибудь подогнать. А тут-то 19, 18 и ни одной карты. Даже маломальски интересный, даже
Лофтуса Чика не дали. Как Серега Модрича теперь поймал, для меня большая загадка. Так, собрал себе скампик 88+. Может быть, он меня порадует? Давайте его откроем и посмотрим. Ага, ага, вот это радость, полные штаны. О, 5 заданий выполнено, заходим. Блин, нет, не выполнено. Интерфейс просто живет своей жизнью у этой игры. Так, ладно, давайте откроем пак за 500 поинтов, продаваемый. Nice drop, 3.86, рад. Давайте еще, продаваемый за 500. О, Тотса продаваемого дали, ой-ой-ой, Аргентина ЦЗ, это же Отаменди. Вау, спасибо, о, это двойной Тотс, ничего себе, такое бывает. Клаус, вау, мне в этом паке выпало лучше, чем за 3 викинги, друзья. За 3 викинги, Клаус, я Клауса даже в глаза не видел, ни красного, ни синего до этого. Вы прикиньте, Клаус продаваем, ну, хотя бы 100 тысяч, хотя бы. Радуюсь даже таким копейкам. Собственно, вам краткий ответ, почему не стоит играть на какой-то сильный результат. Итоги вы видите. Ну и пак за 2000 поинтов, премиум тот с лайв гарантия. Полетели. Последний пак на сегодня, я думаю. Флаги смотрим, Германия, это кто, ПФА. Так, ну окей, первая карточка это Альбер. Какая будет вторая? Вот в чем главный вопрос. Ну какая-то, короче, женщина. Блять, все, иди нахрен. Я не могу уже на это смотреть. Это просто тильт какой-то всратый. Идите нахрен все просто. Хочется взять вас всех квикселнуть. На этом аккаунте, конечно, как мне кажется, гораздо хуже, чем на предыдущем. Тут, собственно, вот такие вот карточки, на которые даже смотреть не хочется. Просто кошмар. Опять же, я надеюсь, что на тот СПЛ будет лучше. Это все была одна большая грандиозная ошибка. Все, друзья, с вами был я, Пандосов Иксович. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Я пойду пить кофейко, гулять. Погода у нас хорошая, нифига себе. Плюс 16 градусов. Да, надо обязательно выйти. Все, спасибо, что посмотрели данный видеоролик. И надеюсь, у вас в наградах было что-то поинтереснее. Чао, какао.